Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Как у вас настроение? Все ли прекрасно? Все ли супер в вашей вселенной? Я надеюсь, что все good, и сегодня мы научимся рисовать из головы. Это все взято из головы, то, что я здесь рисую, сочиняю свои языки, вот эти вот рисуночки, тут вот, надеюсь, то, что фокусируется, вот такие вот вещи, плюс тут Моргенштерн еще будет у нас сегодня, поэтому школьникам будет интересно посмотреть на него. Это все придумано из головы, и я так скажу, что я не обучался ни в каких художественных школах, я не ходил ни на какие курсы по рисованию, и я это рисовал, считайте, у меня опыт рисования, наверное, часов так 15-20, то есть я за свою жизнь практически ничего не рисовал, и вот из головы это все взялось. По какой причине? Потому что я писатель. И благодаря тому, что я пишу, у меня есть некоторая интуиция, как это можно нарисовать. Соответственно, в сегодняшнем видео мы узнаем три способа, как нарисовать что угодно, взяв это из головы, а не просто, так скажем, скопировать у другого человека. Окей? Собственно, перед тем, как мы начнем данный видеоролик, я попрошу лишь поставить лайкосик, подписаться на канал и дать знать, пожалуйста, в комментариях, что ты любишь рисовать. Если любишь рисовать, а если не любишь рисовать, то что бы ты хотел нарисовать? Допустим, нарисовать свою маму, либо же папу, либо же, возможно, девушку, которая тебе нравится, либо же парень, который тебе нравится, в зависимости от гендера, который у тебя. И также вот мы можем уже приступить к дальнейшему видеоролику. Собственно, первый пункт, на что стоит опираться, когда вы рисуете. Опирайтесь на ваши ощущения. То есть, смотрите, я это все рисовал просто то, что у меня в данный момент в голове происходило. Я чувствую то, что мне, в принципе, классно, прикольно, здорово, прям радостно. И тогда у меня получаются некоторые такие умилительные вот изображения. Они радостные плюс расплесканные. А если у меня такое прям что-то как-то пошло немного жесткача, то тогда будут более острые углы характеризоваться, потому что когда нам обычно очень как-то не очень, то линии становятся очень частыми, линии становятся очень жестко нажатыми, и линии становятся более острыми. А когда нам воздушно, нам любовно, нам прям прекрасно, мы обычно рисуем всяких пухлишей, милышей и всем вообще... Все очень круто. Собственно, друзья, первое, что необходимо сделать, это опираться на ощущения. Послушать музыку, допустим, если у вас на данный момент вы не можете осознать, что вы чувствуете, чувствуете. Ну, такое бывает у некоторых начинающих писателей, либо же у живописцев, либо же у любого человека бывает, что, ну, я не могу осознать пока что свои чувства, что я в данный момент ощущаю. Тогда поставьте музыку, которая вам будет кайфово, вот, включите и подумайте, какой стиль у этой музыки. Она драйвовая? Значит, рисуйте что-нибудь драйвовенькое. И даже не бойтесь притрагиваться к своим вот этим вот вещам. Смотрите, сколько у меня здесь ошибок. Возможно, те, кто профессионалы в живописных и всяких комиксовых делах, они скажут, что ты тут нарисовал, что это за бред, дружище. Но я скажу то, что мне нравится. Мне кайфово, смотри, какой тут вот такой человек. Ой, он не выспался, да? Блин, на самом деле круто. Я думаю, что нужно сделать побольше видео по тому, как рисовать что-либо. Возможно, вам туториалы запилю, потому что я, в принципе, не сведом в делах именно рисовательных. То есть у меня скилл не придрочен, так скажем. Ну, утрированно я с вами скажу. Придрочен — это нормальное слово, друзья, поэтому, ну, есть напильники драчевые, потому что ими двигают вот так вот, и, соответственно, окей, нормальные слова используем. И, в принципе, я могу делать спокойные туториалы по этому поводу. Что скажете? Дайте, пожалуйста, знать в комментариях. И следующее, что... Второй пункт, как нарисовать, научиться рисовать, это придумать свой язык. Придумать свой язык и рисовать на основе него. Что такое язык вообще? Это буквы. Я, А, Б. Я начал с первой буквы Я. О, что скажет психотерапевт о моем ЧСВ, да? Но не, это просто я начал с буквы Я. Вот это оговорочки. Смотри, у нас есть алфавит русский, есть английский, есть также символы в китайском языке, в наеврите, в арабском языке, и всякие алыкбек, курмы, карлык, ты. В общем, извините, если я как-то оговорился с вашей фамилией, если вы смотрите из Казахстана, всем салам, кстати.
кстати. И вот тут вот у меня это тоже своеобразный язык. Видишь, всякие жесты вот такие вот, всякие символы в виде клюки, в виде вопросительного знака, вопросиков, практически свастосы тут нарисовали, осуждаю, если что. И второе, это тоже вот здесь вот есть рисунки, тут такие же элементы. Если присмотришься, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, создай свой язык. Если ты вдруг думаешь, что, блин, я как-то не могу нарисовать, как-то мне фигово это все дается, я не знаю, что делать, тогда не ставь цели нарисовать. Создай свой язык и комбинируй слова в этом языке. Потому что смотри, по сути, вот смотри, клюка, вот эта вот закогулька, плюс вот эта вот закогулька, а вот это вот, это уже смешанное слово. Считай, я несколько таких вещей скомбинировал, комбинаторика, математика, когда мы переставляем что-либо, и вот у меня получилась вот такая вещь. Вот тут вот продолжил, получилась тоже вот такая вот вещь. Это фрактал, если я не ошибаюсь, называется, когда там все повторяется. Возможно, ошибаюсь, в математике есть, когда там все вот так вот приближается. В общем, у Яна Топлиса последний видос, посмотрите, поймете, о чем речь идет. И, в общем, вы поняли, что происходит. Следующее. Вы, когда создадите свой язык, вам уже кайфово станет. Вы будете лучше разбираться в своих деталях. Вы поймете, ага, здесь я рисую вот так вот. Здесь совсем иной язык. Вот смотри, вторая картинка. Вот тут вот я уже делаю совсем иные жесты. Если тут я плавненько проходил, вот тут вот плавненько, а здесь я просто штриховать начинаю. Это второй язык. Язык, допустим, демонов, язык каких-нибудь орков, гоблинов, если представить, да, вы мир Властелин колец. А это милый такой, дриады поют, плюс хоббиты, они такие полукруглые, полурослики, да, и получается все отлично. А вот тут вот более структурированная, смотри, вот эта вот структура, практически как дворфы, гномы, вот они строят свои Эребор, свои места красиво. И тут тоже Моргенштерн. Моргенштерна почему я нарисовал в виде вот такой вот квадратной всякой вселенной? По той причине, что Моргенштерн же, по сути, его говорят, что лицо коробка, выразиться надо без всяких матюков. И вот тут вот, видите, тоже у него есть квадратные части, тут квадраты, треугольники. Это, по сути, линии. Ну да, линии. Линии и структуры. Это чисто математически все нарисовано, комбинаторно. Это я бы не сказал, что это супер рисунок, я это рассматриваю как символы. То есть для меня это символы, язык, язык символов. Собственно, мы говорили по поводу языка, это был второй пункт, первый по поводу ощущения, и третий пункт, для того, чтобы стать мастером рисования, нам необходимо просто придумывать слова в голове и их рисовать. Соответственно, ты, допустим, в голове такой говоришь себе «Моргенштерн». Ладно, нарисую Моргенштерна, окей. Цепочку вот сюда нарисую, цепь нарисую, плюс лицо нарисую, нотки нарисую, плюс, может быть, робота нарисовать? Робота. То есть в голове просто накидай список слов. Мне, как писателю, это легко сделать, то есть люстра, канистра, каркас, либо же какая-то вот штора, например, коромысло, плюс люстра в каком-нибудь дворце, в храме, либо же Витрувий, Веструвий, слова. Слова рандомные, бани греческие можно нарисовать, археологов, например, либо же египетские пирамиды, какие-нибудь пол в деревушке какой-нибудь, в деревне, да? И, собственно, ты можешь рисовать что угодно. И вот это можно тоже описывать некоторыми словами. Вот это, допустим, это как будто чувачок из Монополии. Видишь, у него там шляпка, все дела. Вот тут улыбочки. Они разного типа. Вот тут вот я пытался нарисовать Барт Симпсона, но что-то не сдавалось. Тут, смотри, психопат такой. Мазафака. И вот тут вот демоны всякие. Это весело, а вот тут грустно. Ой, блин, когда осознал, что завтра 6 уроков в школе, да? И, собственно, теперь ты получил все гайденсы, и под конец я хочу лишь только показать вам некоторые рисунки, которые у меня получились, чтобы вам просто пошерить мой прогресс. Если хотите, могу больше таких видео делать, потому что мне прикольно говорить о том, что у меня получается, в принципе, хорошо. Потому что, по сути, друзья, вы все секреты успеха для себя поняли. Вообще, ну, серьезно, весь секрет успеха – делать и комбинировать. Все, больше ничего. То есть, какие-то мега-супер секреты того, что короткий путь того, чтобы заработать миллиард рублей. Друзья, такие секреты, в принципе, есть. Pornhub и также, допустим, вебкам. Секрет, изи.
300к за одну неделю. Вы, наверное, не ожидали такой ответ увидеть. Но, по сути, для того, чтобы создать что-то значимое, не нужно смотреть видосы по тому, как научиться делать технично. Не нужно смотреть 100-500 книжек. Необходимо только делать. Если вы предприняли для себя такое решение, то что я хочу стать максимально крутым, допустим, живописцем. И тогда ваше дело просто рисовать и самому вникать в эти все сути. То есть не то, что тебе там кто-то говорит, а самому это переосмысливать. Потому что когда мы сами переосмысливаем свои ошибки, то это получается намного лучше. Мы намного лучше это запоминаем. Своеобразный фидбэк. И также второе – это комбинировать. Комбинировать – это то есть не бояться что-либо делать. Потому что некоторые, они только рисуют один и тот же смайлик, например. Вот нарисуют вот такой вот язык, и все, и рисуют только такой язык. Или там привыкли то, что они говорят на русском языке. Все, будут говорить только на русском языке, никаких английских, испанских, como estás использовать не буду. И суть в том, чтобы попробовать что-то новенькое. Если вы на клавиатуре, вот смотри, вот у тебя клавиатура есть. У тебя есть, например, слово «привет», да? А что если написать «принет»? Или же прива, привка, привку, привец, прифыв. Вот так вот написать. Что если вот это вот попробовать? Это совсем иное. Да, это возможно неправильно. Но ты потом будешь осознавать, что в каких контекстах это можно использовать. Например, говорю я тебе слово, допустим, смешно, да? И можно также фмесно, фифно. Фифно и смешно. Смотри, два типа фраз, два типа слова. Смешно, фифно. В каких случаях ты будешь говорить смешно? Когда просто тебе смешно и прикольно. А фифно ты будешь говорить, когда у тебя один зуб выбили, допустим, и ты начинаешь цепелявить. Фифно. Да? Потому что ты не можешь произнести фразы иначе. У тебя получается вот таким вот образом. Да? И у тебя смешно превращается вот смешно. Соответственно, все в этом мире хорошо. То есть не нужно думать, что одна техника для того, чтобы стать профессионалом, это для того, чтобы стать крутым человеком, чтобы поднять гору бабла, заработать там и вообще обливаться подписчиками. Друзья, все техники хороши, просто они хороши для каждого отдельно взятого человека. У нас, да, возможно, техники, они будут хороши, чтобы огласить, так скажем, для всех людей, ну, точнее, для большинства. Но если вы хотите делать для большинства, вон, вам уже Моргенштерн задал планку, что нужно делать, чтобы делать для большинства. Собственно, максимально простое, максимально понятное. Это вот то, что нужно большинству. Если вы хотите развиваться, чтобы вообще кайфовать и быть мастером в этом деле, пробуйте сами, ищите свой путь и постоянно пробуйте разные вещи. Поэтому, друзья, я думаю, на этом у нас можно завершить наш диалог. Вон у нас тут фразочка для тебя. Я люблю тебя. Да, дружище. Пожалуйста, радуйся жизни. Рисуй постоянно. Улучшай навыки. Вот смотри, тут уже Барт получился лучше. Я уверен, что с каждым днем он будет становиться еще лучше. Если хотите больше видеороликов, потому что я понимаю, что некоторые заходят, ну, по кайфу чисто им посмотреть мои видосики. Некоторые заходят, чтобы вдохновиться. Но вдохновение, по сути, вы найдете только пока будете делать. Вот Риля. Потому что, да, можно посмотреть миллиард книг, можно посмотреть миллиард видосов, прочесть миллиард книг, но от этого вы, да, у вас будет некоторый запал. Но необходимо, чтобы двигаться дальше, в какой-то момент все равно необходимо сформулировать для себя некоторую самомотивацию, чтобы вы могли без второго человека мотивироваться на то, чтобы делать. А если и мотивироваться, то тогда мотивироваться от чьей-то работы, которую он совершил. То есть, если вы видите, что он сделал это классно, тогда вдохновляйтесь от его работы. Так скажем, ой, нифига, а это можно применить к себе. Применяйте, не бойтесь, потому что, по сути, все в нашем мире очень сильно похоже. Если вы думаете, то, что я буду плагиатером и все такое, не, вы не будете плагиатером, просто у нас в нашем мире очень все похоже. Например, если я вот сейчас возьму «Властелин колец» и «Звездные войны». Ой,
Кто там написал «Звездные войны»? Ну, в общем, Стивен Спилберг сплагиатил у «Властелин колец». Во «Властелин колец» был главный герой, и в «Звездных войнах» тоже есть главный герой. Вот это плагиат, видишь, один и тот же главный герой. Ну, не в плане выглядит, а просто. Там есть главный герой, и здесь есть главный герой. А что, если создать фильм, где нет вообще главного героя, а? Вот слабо, да? Ну, собственно, вы поняли, друзья, все в мире похоже. Просто все переставляется местами, комбинируется, и это стоит понять. Кстати, об этом я пишу свою книгу, если вам интересно. Если вам интересно в следующих видео побеседовать просто, я побеседую о своей жизни, чем я занимаюсь, о рисуночках, которые я делаю, за моим прогрессом последить, то пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы хотите видеть, какой контент. Пожалуйста, напишите. Если вы хотите, где я общаюсь с вами вот таким вот образом, то пишите. Если хотите, где я просто рассказываю секретную технику, которая, в принципе, вам поможет, но если вы ее применять не будете, она вам нифига не поможет, то могу вот такой контент сделать. Если вам интересно что-то еще, допустим, посмотреть, как я рисую, либо же просто пообщаться, то тоже пишите, что вам интересно. Я могу порассказывать по тому, как я делаю свои языки, как придумываю язык, как придумываю свои миры, вселенные, как рисую, что я делаю, когда рисую, либо же просто показываю свои работы. Возможно, вам это будет интересно. Собственно, пожалуйста, напишите. Всех благ вам желаю. Вы получили уже большую долю мотивации. Делайте свои дела, пожалуйста, и радуйтесь жизни. Все у вас будет ништячок. Вот, сердечко вам отсылается вот такое. До новых встреч, друзья. Всем бывать, здоровья, радовать. И с вами был Солнце, Лучик и Горбуйчик. Вот такой вот поцелуйчик. До свидания, друзья. Пока.